В Башкортостане перед судом предстанет экс-директор детской и юношеской спортивной школы за получение взяток. Обвинение по уголовному делу утвердила прокуратура Благоварского района. По версии следствия, в период с 18 по 23 годы руководитель учреждения получал от 9 подчиненных часть денег, которые им начисляли в качестве стимулирующих выплат. За это обещал не чинить препятствия в работе. Общая сумма взяток составила свыше 3 миллионов рублей. Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции в октябре прошлого года. Мужчина был задержан с поличным при получении очередной суммы взятки. Обвиняемый признал вину, по требованию прокуратуры уволен в связи с утратой доверия. В обеспечительных целях на его имущество в виде земельных участков, домов и автомобилей наложен арест. Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Благоварский межрайонный суд. Бывшему директору спортшколы грозит крупный штраф и лишение свободы.